Нас интересует конкретно эта Шкода, по которой мы приехали. 1.9 дизель, 2008 год. Шкода за 1450 евро, по-моему, да? Так. В общем, начнем по порядку. Весь автомобиль вот в таких царапинах. Я не знаю, как можно было их получить, что можно было, где это можно было ездить. То есть царапины достаточно глубокие. По лакокрасочному покрытию остальному, ну, прибор я доставать не буду, потому что я уже достал его и сразу же положил в карман, ну, обратно в сумочку. Видно, что автомобиль просто крашен весь вот с такой шагренью, баллонами, в каком-то чистом поле. Здесь видно сразу, что был удар, потому что большой слой шпаклевки. И я не знаю даже, чем они его шлифовали. Но если присмотреться, видно, даже пробивается мелкая вот эта вот царапина от шпаклевки остается. И просто снизу вот тут даже просто нависание этой шпаклевки идет. Даже видно без прибора, невооруженным взглядом. Идем дальше. Соответственно, это все на арках. Здесь они что-то мазали, тоже не домазали. И сразу же проявляется ржавчина везде из-под этой шпаклевки. Пороги гнилые, сверху перейдуты баллончиком. Все здесь ржавое, неприятное. Я даже не залазил под низ, не смотрел. Это все и так можно увидеть. Вот это довели автомобиль 2008 года, нормальную Шкоду. В колхозных полевых условиях был окрашен на коленке этот автомобиль и залеплен шпаклевки. То есть на автомобиле нет ни одного элемента в хорошем состоянии. Весь автомобиль в толстом слое шпаклевки. Какие-то тут видно декоративные элементы для красоты наклеены. И здесь точно так же какие-то перья наклеены. Наверное, чтобы красотой этой отвлечь внимание от шпаклевки всей остальной. Здесь по всему автомобилю какие-то идут вздутия, бородавки всякие. Тут тоже куча этого тюнинга. Выглядит как спортивный автомобиль, гоночный, я бы сказал. Только с ралли приехал, наверное. Идем дальше. Здесь все поцарапано. Просто здесь на шпаклевку лили уже 10-й слой краски. Просто вот, вот видите, тут просто поливали его краской. Никто тут особо не заморачивался. Вот так весь автомобиль выглядит. Все пороги гнилые и вылеплены со шпаклевкой. Возможно, здесь где-то в каких-то местах присутствует даже, может быть, монтажная пена. Ну, углубляться не буду, просто как бы так сразу все показываю. Да, это хороший действительно автомобиль, недорогой, 2008 года, Шкода Октавия. Да, это я вот показываю тем людям, которые говорят, что за полторушку можно найти отличнейший автомобиль. Ну, может быть, для кого-то этот автомобиль отличный. Но я бы сказал так, что отличный может быть он, ну, если взять его где-то в село, возить дрова, курей, картошку, может быть, возить на нем, так и он и отличный. Гонять по селу, девчат возить с такими вот наклейками красивыми. Здесь все тоже крайне
все в ужасном состоянии все выглядит. Ну, грубо говоря, короче, если вот так и оставить, то через год этот автомобиль, ну, придет в полную именно трэш, в полную жесть, в полную. Не знаю, сейчас посмотрим, что там в багажнике, если мы его сейчас откроем. Ну, багажник что-то не открывается. Ну, это внешний вид этого автомобиля. Внешний вид у нас такой. Посмотрим теперь внутри. Что-то тут ему пытались этими всякими спреями навести марафет, чтобы все блестел пластик, но ни хрена у них не получилось это. Здесь что-то поцарапано, в автомобиле воняет, там все грязно. В автомобиле воняет, я вам честно скажу, даже не трупом, а именно ногами. Ногами грязными воняет полностью в автомобиле. Короче, автомобиль. Смотрим, тут, короче, дулось, поддувалось просто, чтобы черненькая резинка казалось черным, просто поддувалось каким-то баллоном. Так, я даже, ну, не было у меня никакого желания даже садиться на эту сидушку, вот, засаленную. Ну, испугался я просто туда садиться. Так, чуть присел и сразу же вскочил с нее. Все обмазано каким-то силиконом, чтобы оно блестело, чтобы он выглядел как новый. Я не знаю, руль вообще в каком-то сале весь, в масле в каком-то затерт. Короче, там присутствует какая-то документация, но даже засовывать руку туда не хочется. В общем, автомобиль, одним словом, настоящий боец. Именно такой боевой автомобиль. Но я заводить его, просить ключи и еще что-нибудь, не возникает абсолютно никакого желания. Крайне неприятный автомобиль. Крайне неприятный. Где провести выходные, праздники или долгожданный отпуск? Лучше всего довериться проверенным туроператорам. Все мои поездки и путешествия организовывает компания Vesta Travel. Здесь уютный офис в центре города и профессиональные сотрудники. За 12 лет компания получила все награды и сертификаты в области туризма. Вам подберут лучший тур и организуют трансфер в любую точку мира. С Vesta Travel можно путешествовать как по Украине, так и за рубежом. Просто именно поиздевались над машиной. Вот вам автомобиль 8-го года, Skoda Octavia, за 1450 евро. Тут стоит аналогичный корч, просто именно корч. Тоже даже не хочу искать его на сайтах, он весь грязный, ржавый. Здесь тоже покрашено ногами все. Здесь все у нас покрашено ногами. А вроде бы так, седан, B6 Passat. Хороший автомобиль, но тоже в крайне запущенном состоянии видно. И визуально так. Чисто заглянем в салон. О, короче, этот автомобиль, походу, умер тоже. Просто тоже умер, умерший. Ой, как от него. Ой, какой запах тут. Фу, бля. Вот такой B6. Бля. Просто именно какое-то именно стадо цыганей на нем ездило. Просто именно цыгане были. Цыгане, видно, я не знаю, просто изощрялись над ним. Так, все. Фу, надо помыть руки последних. Так, и еще здесь стоит. Кстати, по окнам я определил,
стоит Зафира. Зафира, 9-й год. Так как бы снаружи смотришь, вроде бы ничего, и на фотках, если сделать фотографии, пофотографировать его, так можно именно сделать просто шикарнейшие фотографии нового автомобиля. Но смотрим, где я тут что видел. Смотрим, тут тоже выполнены очень качественно малярные работы, что просто именно даже чувствуются эти бугры все. Просто буграми покрашено. Короче, вот так вот, если близко, смотрите, вот просто подтеки вместе. Ну, короче, как будто бы его сделали из пластилина, этот автомобиль. Просто пластилиновая Зафира. Тоже я не думаю, что она стоит каких-то нормальных денег. Тоже это типа автомобили. Вот смотрите, это автомобили по низу рынка вообще. По низу. Тут въебано. Тут, короче, помазано, подкрашено. Загажено. Смотрим вовнутрь. Тут вообще трэш. Вот, смотрите. Ну как такое вообще можно продавать? Вот как можно продавать такие машины? Ну как? Ну вот не стыдно вот самим покупателям продавать такие машины? Ну неужели вокруг все дебилы ездят и покупают? Ну блин, она просто, я не знаю. Ну мне кажется, что она просто здесь на этом месте как стояла, так она и сгниет, эта машина. Я не знаю, кому можно купить. Вот автомобиль, смотрите. Смотрите, в каком состоянии автомобили продают продавцы. Смотрите, вроде бы кожаный салон должен быть, все хорошо. Но вот в таком состоянии продавать машину. Смотрите. Вот это вот. Сейчас выстрелит вот эта херня и лоб разобьет. Ручник. Где ручник? Ручника нет. Какая-то вот, смотрите, перчатка. Перчатка. Кто-то кому-то в задницу лазил этой перчаткой, наверное. Короче. Это просто шлак и трэш, короче. Смотрите. Смотрите, грибы. Грибы растут на сидушке, грибы. На задней сидушке тоже растут грибы. Короче, именно жесть. Жесть, как она есть. Смотрите, на что похожа ручка. Переключение передач. Это просто аут. Скрывайся. Короче, этот сразу открыл. Он, короче, не закрывается. Смотрите. Короче, пиздец. Грубо говоря, автомобиль просто пизда. Вот так вот можно сказать. Все в плесени. Короче, это просто трэш. Извините, ну, за выражение, но просто других слов нет. Как можно именно допускать автомобили до такого состояния? 9-й год Зафира. Если, ну, такого... Ну, класс автомобиль, ну, вернее, такого года, такая Зафира должна как минимум трешку стоить. Как минимум трешку стоить. Ну, не трешку, но 2,5 точно. Потому что 9-го года мы покупали вот человеку Зафиру за 2 700 мы ее забрали. 2 950 была ее цена. Мы забрали 9-го года черную, была в выпусках в недавних на автомате. Человек уехал довольный. 1,9 дизель. Так 9-й год. Зафира там в идеале. Но как можно вот так вот допустить до такого автомобиля? И я не знаю. И когда продавцы, покупатели потенциальные звонят к этому человеку, они спрашивают, с автомобилем все нормально? Да, все нормально, приезжайте, смотрите. Приезжайте, смотрите. Все технически, все нормально. Может, каких-то пару ржавчинок есть. Но дырок нет. Люди на это все ведутся. На эти все разговоры. Приезжают и видят, что здесь продаются вот такие вот экземпляры. Там тоже стоят какие-то корчи. Короче, вот такие вот дела, ребят. Вот так вот рассказывают в Литве, что автомобиль хороший.
И вот так вот люди думают, что можно купить за полторушку хороший живой автомобиль. За полторушку можно купить хороший живой Гольф 2000 года. Но никак не Шкоду 8 года, Октавию А5 и Зафиру, например, 9 года. Все, всем спасибо за просмотр.